Привет, мои хорошие, доброе утро! Я такая немножечко принарядилась. Смотрите, как у меня все тут все подходит. Собираюсь сейчас прогуляться. В каком-то веке там я чуть-чуть подкрасила, сережечки одела. В общем, буду включаться потихонечку, много разных планов, там сходить и в бассейн, и туда, и сюда. Сейчас, в общем, по делам еду. Будем включаться. Знаете, чем я занимаюсь? Я просто шатаюсь по торговому центру. Что за свет вообще? Какая-то я тут вообще ужасная. Света дайте. Короче, просто шатаюсь по торговому центру. Просто трачу деньги. И я уже это делаю с понедельника, если честно. Даже с воскресенья. Уже пора завязывать. Вот свет, смотрите. Оп, совсем другая картинка, да? Вот я вам говорю, от света очень много зависит. А вот. Короче, это на самом деле такой кайф, ничего не делать, никуда не бежать, не спешить. Я за последнее время очень много за всяких дел хваталась, поэтому я перегорела, как говорится, и теперь я отдыхаю. И мне прям самый кайф, знаете, выйти, никуда не спешишь, малой в садике, шатаюсь, зашла в один магазин, в другой, вот сейчас в кино зашла, посмотрела, но там на ближайшее время ничего нет, думаю, не буду тратить свое драгоценное время, пойду в другой магазинчик. Ищу, короче, салфетки, которые покупала когда-то на Лаки Косметик, заказывала корейские салфетки, обалденные для снятия макияжа. Вот сейчас ищу, если не найду, придется заказывать. А так я просто шатаюсь, гуляю, уже кучу всего себе накупила. Скоро будет видео. Пошли дальше. Ну что, поздравляю тебя. Поздравляю. Сегодня поспал без памперса первую ночь. На новом матрасе. И молодец. Все удачно. Утром встал, сходил в туалет. Вечером ходил в туалет. Утром молодец. Кстати, я вам не показывала. Смотрите, у меня новый матрас. Так как мы живем в съемной квартире, старый матрас внизу, новый сверху. Он очень жесткий. Самый жесткий. Покупала его в Асконе за не помню сколько. И еще чехол. Да, почему мы спим теперь без памперса? Потому что у нас чехол специальный. Он здесь прорезиненный внутри. И здесь такое покрытие специально, чтобы не скатывалась простынка. Вот мы прекрасно спим. И Денечка прекрасно спит вот там вот. И в трусиках. Вообще, я счастлива. Я счастлива, мой котеночек. Все теперь. Все. На памперсы больше деньги не тратим. Мои хорошие, день следующий, да, хвастаюсь новыми очками. День следующий, я собралась покраситься. Вы уже наверняка видели отдельное видео до и после. Ну, как бы влог продолжается, сейчас идем краситься. Все подробности в отдельном видео, если вдруг кто-то его не смотрел. Вот, а здесь влог продолжается. Сейчас покрашусь и будем дальше делать дела. Прибежали с гулянки сразу купаться, смотрите, как он загорел у меня. Вообще, здесь прям шоколадка, шоколадка, а тут прям беленький мальчик такой. Ничего, мы на бассейн пойдем на выходные. Будем загорать голышу. Всем привет. Блин. Во, вот так красивый свет, девчонки. А что ты за мной повторяешь? Слушай, что? Снимали только что на ее влог, и я там лазила в свои сумки. Да? Я даже не заметила. Ты не видела? Это знаешь, это просто... Это знаешь, потому что мы общались. Ты не видела, потому что селфи-камера у меня. Я вижу себя, а ты своей не видишь. Мы не одни, кстати, с нами Виктория. Кстати, Вика, как твой влог, канал? Она училась. К сожалению, ты его заблокировала, да? Я забросила. К сожалению, она училась. Но я буду выкладывать когда-нибудь. То есть, ну, возможно. То есть ты его не это... Я не так, что закрестила его с конца. Давайте я расскажу. Крест на нем не поставила, да? Крест не поставила. Крестик поставила. У меня зависит от настроения. Да, ну, возможно, мы вот завтра, потому что дождь, мы отменяется поездка. У меня там творческий одна. Кризис. Мы должны были покататься на лодке, на надувной по Дону. И просто завтра... На матрасе, на надувной. И зонтом, так, зонт был дул. Ну, короче, завтра минус 14 или плюс 14, и мы сейчас будем отменять все дела. Так минус или плюс, да? Ну, плюс, ну, это... Пойдемте вон в команду. И мы будем снимать с Викой, поэтому есть... Да, отойдемте на другое место, Вики, на влог. Короче, на самом деле мы сейчас идем все в кино, идем на Аладдина, которого очень сильно хвалили. Наконец-таки я на него схожу.
А сейчас мы пойдем куда-нибудь пожрать. Или что-нибудь съесть. Ну не пожрать, а что-нибудь съесть. Девочки, мы взяли попкорн. Вот сейчас я ем, короче, тут выбираю. Тут такие вот, знаете, загоревшие, классные. И вспоминаю, Кристинке рассказываю. Такие дивы сидят, попкорн лопают. Кристинке рассказываю, когда я торговала попкорном, я на самом деле сделаю попкорн, например, да? Но всегда в попкорне есть такие вот сладенькие штучки. Я их потихоньку тягала оттуда. И Кристина как говорит, так ты, значит, все сладенькие ела, а продавала обычные, без сахара? Я помню, это на одном районе. Когда мы покупали попкорн, а там пару этих сладких сверху, а их съедаешь, а потом... А давайте проверим, на каком районе, где я торговала попкорном? На Александровке. Нет. На Сельмаше. Нет. Поняли? Вот он, обман и раскрылся. Да. На Хичике. Ой, ну это почти что наш пролетарский район. Да. Это рядом с Александровкой. Рядом, ой, как рядом. Чуть-чуть придумала, скажи. Ну, она меня назвала шарлатанкой. А мне кажется, ничего там такого нет. Ну, маленький ребенок ест сахарное. Я готовлю, я что хочу, то и делаю с попкорном. Ну вот мы вышли из кинотеатра. Мы посмотрели «Аладдина». Девчонки вон идут там. Кристина берет интервью. Она берет интервью у Виктории, как ей «Аладдин». Да подождите, там света нет! Крис! Ты посмотри на нее. Идут прям и все. Нету света тут. Смотри, уже свет другой. Экраны начали комментировать. Еще больше классно. Света нет, говорю. Вот тут еще один кинотеатр. Здесь люди сидят напротив. Цветочек. Я хочу гулять. Мне понравился «Аладдин». Супер-пупер, позитив, слезы, радость, счастье, краски. Короче, всем рекомендую сходить. «Аладдина» искать. Вам понравилось? Да. Все. Больше комментариев не нужно. Пойдемте где-нибудь посидим. Посидим, потрещим. Так красиво, так красиво. У меня сумка нараспашку. Музычка. Я давно не была в Большом, здесь очень круто. Бабы! Бабы! Стопы! Куда собрались? Домой. Пришли в новое место, открывшееся, и нету места совершенно. Ты что, развратничаешь там? Я поправляю. Вот, и что я хотела сказать? Я хотела сказать, что я не люблю вот эту дебильную ни пятницу, ни субботу, ни воскресенье, потому что нигде в нормальных местах нет места. Поэтому я очень люблю будни. Примерочные свободные, торговые центры безлюдные, места все, какие хочешь, да, самые очень, козырные, да, твои. Да. Еще и днем желательно. Не, ну вечером есть свой шар. Вечер. Ну вообще здесь и в будни не надо переживать, если красавица там вообще. Нормально вообще. Чё открыли, если даже попасть туда нельзя? Видимо, бронировать надо. Ну чё, куда пойдем? Прогуляемся и не знаю. Пойдемте на лавке посидим. Пойдемте в Макдональдс, возьмем что-нибудь и на лавке посидим. Сама Макдональдс. Я бы уже что-нибудь сожрала нормальное, серьезное. Сама Макдональдс. Ну я буду есть, а вы будете вообще глотать красот, слюни. Вообще красавица такая вообще. Да, я все для друзей. Так что... Никого здесь нет. Да, я покажу. А сидим мы, главное, смотрите, как красиво. Набережная, все красиво. Вот. Я вижу сущность в виде вот, гномика. Смотрите. Вот так мы сидели красиво и смотрели на набережную. Супер, да? И никого. Не то, что там. Нафоткались тут вот. Кстати, в Инстаграме заходите ко мне. Обязательно заходите в Инстаграм ко мне. Инстаграм. Я вот здесь вот его оставляю. Вот тут вот. Заходите и смотрите наши фотографии. Прикольно, да, музычка? О, приедет Кристина. Домой за 262. За сколько вы уедете домой сейчас, Виктория? 262, это дешево. Лирика. На данный момент. Орешка. Грецкий. С Ларосяном Роландом. С Ларосяном поедем. Вы устали или еще вы потусили? Время вообще, я еще вообще нет усталости. Чтобы вы понимали, половина первого сейчас. Такое какое-то. Сейчас еще эта музыка вообще бодрит. Да. Может быть, все отменим. Вот эта музыка. Отменим, что все. Поездку. Давайте позвоним этим опять. Лодочникам.
Лодочник. А, давай, давай, яхтерам позвоним. Зачем? Я записалась на яхту кататься там на катер, и в итоге, походу, у нас это... Дождь завтра будет. В это время прям. Слушайте, ну вообще зонтики взяли, да полетели. Поплыли. Хозяйка! Звонит. Пули летели. Окошкина! У нас реклама сегодня с утра в голове. Доброе утро всем. Так, мы сейчас едем в гости к Леночке, блогеру, моей черненькой подружке Леночке. Есть же еще у меня Лена, у меня много Лен. Вот, сейчас мы собрались, едем к ней в гости. Да, Дэнь? Да? Да. Вот, ну, в общем, берем вас с собой, если что, поздороваемся, спросим, как у нее дела, как ее влог поживает. Смотрите, что приготовила Лена. Мамы родные. У нас праздник. Мы, короче, знаете, что отмечаем? У нас вот салфетки такие. Ура! Даже. Мы решили, что будем... Виталик, мы будем отмечать вот твой день рождения, который у тебя прошел в январе. С днем рождения тебя. Смотри, какая красота. Я хочу скорее есть. Дэня, ты готов кушать? С днем рождения, с Новым годом. С Новым годом. Ура! Дэнни виноградик подогнали. Это самое вкусное его, самые любимые фрукты, короче. Самая вкусная его еда. Жой. Очень вкусный, такой крупный и без косточек. Ну, пацаны собирают лего. Вот в этом огромном лего искали маленькую-маленькую фуську. И Кирилл нашел, да? Да. Вот такой манюленький. Дэнь, ну что ты, это, Дыня, это прям фейерверк какой-то. Вон туда кидай все. Не надо бросать в разные стороны. Это, слышишь, это, как это? Дэнь, аккуратно. Это ты не во влог, я надеюсь? Во влог. А, ну туда. Ура! Это, знаешь, как это называется, блин? Как это называется, когда в микрофон тихо говорят? А, нет, я этого не помню. СМР, вот. А, ну тогда вот так надо. Да, наслаждайтесь просто звуком. Кошмар. Так, у нас еще с Леной полчаса есть, по-моему. Полчаса есть. О, можно ходить еще по лего, смотри, это будет массаж для стоп. Вон, Денька, смотри, пошел. Йогин просто, йогин. Йоги. Это мама йоги. Да, мамы постоянно ходят. Мы вышли с Леночкой погулять. Ля, такое ощущение, что вот там река как будто, да, вот здесь, Лянь? Нет, вот именно в камере, Лянь. Эффект реки. А сзади, смотрите, Кирюша идет с Денечкой за ручку. Ветер дует, а он ему глаза закрывает, представляете? Научила, да? Опа, карты теряем. Карты Сбербанка. Это лучшая игрушка для детей. Успокаивает. Ну что, Лен, как у тебя с каналом, с влогами? Как вообще скажи, это тяжело? Почему не смотришь? Почему не смотришь? Нет, я спрашиваю не то, как у тебя, я спрашиваю, как у тебя с... со временем. Снимать, монтировать, получается. Да, нравится ли тебе это деятельность? Еще одна бездельница, понимаешь? Еще одна бездельница. Ты? Кто? Не, ну серьезно, я просто хотела спросить. На это времени нужно, девочки? Если вы думаете, что это так легко и просто, снял, выкинул, то вообще... То не думайте так. Нет. Абсолютно. Думаете, что это... А еще когда двое детей... Так, давайте, ручки, машинка идет. Там ветер. Держи крепко, Кирю. Да, с двумя детьми это еще сложнее. Давай руку, Кирилл. Через дорогу переходим. Паровозиком идем. Давайте. Только камеру жаль. Давай, держи крепко, Дэню. Держи крепко. Идем, 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 идем. Все, переходим. Его сюда принесло. Кто кого ведет из вас? Я его. Да вот, идите сюда, Кирилл. Я иду впереди,
Короче, мы вышли прогуляться, а здесь вообще холод, ветер, просто бури, мглою, небо кроет. Дома жарко было, а вышли прям холодно. Но я еще пацану одела там рубашку, она на него уже маловатая, оказывается. Столько времени в машине лежала, что маловато. Ой, какая аккуратненькая тут. Вау, туча, смотрите, охренеть просто. Ну давайте немножко в песочнице посидим. Может, немножко в песочнице? Игрушек. Кирюш, ты спортом заниматься? Дэнь, смотри, песочница какая красивая, большая, не то что у нас. Тут несколько домов поместится. Ну пусть Кирюша учит, смотри, он его учит, как заниматься. А то у меня Денька от этих всех убегает. Мне жалко, не приближает, видишь? Вот он, Виталик. Вот. Голубей кормит, вот они идут к нему. Ну чё? Сколько раз ты уже сделал? Много? Интересно, здесь есть или нет? Я сегодня подтягиваю. Да, погода вообще ужас просто. Мне кажется, пора двигать. Прогулялись. Все, домой дошли, до площадки посмотрели. Ты думаешь, пусть капнет сначала, да? Пусть пойдут первые капли, и как раз к уже крупным мы где-то будем забегать в подъезд. Да? Вот он пример. Так, сколько раз сделал? Молодец. Поддайся. Нет, не надо поддаваться. Давай. Давай. Опа. Ну что? Вот мы приехали домой. Дынечка спит. Котик мой сладкий уснул. Целый день развлекался, Лена нас баловала всякими вкусняшками, потом вышли погулять в ураган, можно сказать, вышли и забежали снова домой. Потом кино, мороженка. Честно говоря, я каждый раз, когда приезжаю к Лене, она постоянно кормит от пуза нас, причем не просто кормит чем-то, а все время придумывает какие-то вкусняшки, и у нее еще невероятная подача. Вот что я хотела сказать, Ленок, у тебя офигенная просто подача. Мне вот полностью нравится, как сказать, сервис, что ли, да? Но вот если приходишь к человеку в гости, то есть она и тарелочки красивые сделает, и так вот все красиво подает, что не только вкусно кушать, но еще и приятно очень. Вот, спасибо тебе за этот прекрасный день. Кстати, ссылочку на Лену я оставлю под видео. Кто не знает, моя подружка Лена, она тоже блогер, начинающий блогер. И, как правило, у начинающих блогеров часто проходят какие-то конкурсы, розыгрыши. Поэтому обязательно проходите по ссылочке, которую я оставлю под видео, на всех своих подружек-блогеров, в том числе и на Леночку. Вот. Обязательно подписывайтесь на ее канал, поддержите ее лайками, комментариями. Я думаю, что ей будет очень приятно. А сейчас я беру пацана в руки, в зубы и домой. Мама сегодня целый день без нас отдыхала. И будет продолжать отдыхать, потому что Денька уже на ночь уснула. Хочется снять так немножко влога, но какой-то ветер фигачит, и мне кажется, что меня не слышно. В коем-то веке мы выбрались все, Натали, Виталик, Настена, выбрались в торговый центр «Горизонт». Вот гуляем, сейчас идем кушать, надеюсь, меня слышно. Сейчас что-нибудь выберем, покажу вам, что мы будем есть. Уже проголодались. Сегодня, кстати, я помыла голову, у меня уже подсмылся цвет. Он очень похож на мой родной. Не кажется? Темнее чуть-чуть, но это он смылся уже. А вот когда только покрасили, мне кажется, прям вообще. Ладно, ветер, попозже. Спасибо. Спасибо. Ой, у нас с братом одинаковые вкусы. А Натали у нас сегодня по Италии решила пройтись. Это же итальянское блюдо, макароны. Настя, а что там у тебя? Фрикадельки, скажи.
фрикадельку. С картошкой, да? Да. Ты любишь? Да. Ну-ка, покажи, как ты будешь есть. Вкусно, они горячие? Ну все, приятного аппетита, мои хорошие. Нам, кстати, хлебушек принесли как пиццу. Зашла в магазинчик и нашла кофту, которую 100 лет вообще ищу уже, вот такую. Только это мужская. И еще не самая маленькая, а Элька. Что мне делать теперь? Хочу ее взять. Классная такая вообще. Блин, такую искала. Смотрите, как она делается. Тупо раз. И вот она тебе, тапочка. Прикольно? Настя, куда мы сейчас идем? За Дыни? А куда? Где Дыня? В садике? Ну пойдем, посмотрим, как он тебя встретит. Узнает он тебя или нет? Вы так редко видитесь. Как думаешь, узнает? А что ты ему скажешь? Не знаю. Да. День, смотри, кто тебя встречает. Настя. Ты узнаешь сестру свою? Настя, узнаешь? Скажи привет, Настя. Так, у нас все хорошо. Покушали с добавкой. Ты сестру узнаешь? Ты сестру узнаешь? Сестра Настя. Настя. Любимый сестер. Иди обниматься. Да укушу тебя сейчас. Бежим. Опа. Чего? Бежим. Опа. Вот так. Первое падение пошло. Все? Ты побегаешь с ним, с ума сойдешь. Ну что, поехали играть. Я умею, наконец-таки. Да, кидай, Дэнь. Давай. Молодец. О. Настюнь, ты с ними? Да, он отбивает хорошо. Я хочу уже домой. Ты домой хочешь? Вот. Давай. Ой, господи, что произошло? Отбирай, Дэнь. Давай, забирай. Вот. А так. О, вот это надо было умудриться, да? А что, нам залазить? У ребенка застрял мячик. Я хочу помочь достать. Давай, я на ногу сам. Да вот, ты ж не допрыгнешь. Еще чуть-чуть. Пойди помоги ей. Виталик, блин, да сейчас, блин, прибьешь больше. Виталик, да подсади ты, Виталик. Да подсадишь ты ее. Выше, выше, выше. Выше, лезь выше. Я просто засвечу. Да ладно тебе. Давай, бутылкой надо.
Да ну! Тысячу раз. Я, блин, не смогла пацану помочь. Дэнь, ну, можешь ты? Сейчас Виталик стоит, потому что я богатырская. Давай. Опа. Привет, Алик, смотри. О, все. А вот что значит высокий парень. Парень. Все, пойдемте. Ты меня так сильно. Блин, посмотрите, какие зеленые ладошки. Покажи вес. Ну, тебя пожалуйста. Не я там терлась вообще нормально. А у меня салфетка одна, давай, наверное, пас. Влажная. Давай, сейчас давай, поищем давай. Салфетку. Пипец. Всем привет. День следующий. Погуляли как следует с братом вчера. И только сегодня он что-то болит немного голова. Ну ладно, меня сейчас должны вылечить. А я сейчас прошлась по рынку. Мне надо было там кнопки сделать. Вообще во всем Ростове очень... сложно найти, чтобы тебе подобрали определенные кнопочки там к одежде. У меня кнопочка отвалилась на комбезе. Я делала. И что-то меня так захватила ностальгия. Я же работала раньше на рынке. Это на самом деле своя атмосфера. Вот 13 лет, мои вот этот возраст, когда я... летние каникулы, да, хотелось заработать. Был кайф на самом деле. Сейчас поностальгировала. Я так сказала, еще сейчас меня полечат, как будто, знаете, бывает, там выпьешь, и на следующий день лечится, бывает, еще что-нибудь выпивают. Нет, на самом деле, я была недавно в гостях у Леночки, как вы помните, и они с мужем подарили мне сертификат на шоколадное удовольствие. В общем, давно я хотела попасть в какой-то спа-салон, где полностью будет скрабик, хамам, там распаривание, обертывание, массажик и потом чаечек в конце, чтобы кто-то взял меня вот так и вел по всем этим процедурам и делал все, что нужно. И, в общем, мне позвонили и говорят, вам сделали подарок, приходите к нам, в общем-то. И вот я сейчас записалась, сейчас к ним еду уже через пару часов уже начало. Я вот пока решила тут дела кое-какие поделать. Вся в предвкушении и надеюсь, что это меня очень сильно взбодрит, и я буду полна сил делать дела. Вот. А Лена, это про которую я рассказывала, темненькая, вот была у нее в гостях, которая тоже блогер, ссылка под видео моя, ее точнее. Вот, спасибо вам большое. В общем, поделюсь потом впечатлениями, когда выйду. Ну что, я начинаю потихонечку переодеваться. Приехала в спа-салон, меня уже встретили, тапочки меня одели. Сейчас переодеваюсь, все вещи оставляю и иду париться, кайфовать. Ну что, мои хорошие, я дома. Провела время в спа. Давно мечтала туда попасть, прекрасно провела время. Спасибо, Лена, спасибо, Виталия. Просто это открыли вы для меня рай и хорошее местечко. Я пришла домой, сейчас буду заниматься уборкой. Хотя в таком состоянии хочется просто упасть и включить сериальчик любимый. Я на расслабоне, как видно. Мне кажется, я столько много уже на самом деле наснимала на этот влог. Мне кажется, пора его заканчивать и начинать новый. Еще хотела сказать, что, кто не знает, у меня же есть второй канал. На втором канале у меня короткие нарезки из моих стримов, из моих прямых эфиров на Твиче. Это кто не может смотреть, не успевает, может смотреть все самое интересное, самые сливки на втором моем YouTube-канале. Там совсем немного не хватает до 3000 подписчиков. И как только будет 3000 подписчиков на моем новом канале, ссылку на который я оставляю под видео, я там проведу конкурс и разыграю для вас что-нибудь интересненькое. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно проходите, подписывайтесь и ждите конкурс. Обязательно везде будут рубить о нем, потому что хочется, чтобы кто-нибудь из вас что-нибудь выиграл от меня интересненькое. Так, ну и что, прощаюсь тогда до следующего видео. Пока-пока, увидимся.